Ой. Иди, Один! Главный нугик, мостис! Иди, Один! Это работа как раз для центра. Его звали Икар. Сеннифер, это ты? Байк? Мой угрюмый сиванец? Я теперь Кларит. Что ты здесь делаешь? Икар был в 1000 раз лучше тебя! И кто же теперь возглавит зеленых? Ты? Молоко не обсохло. Хочешь победить в большой гонке? Ты дерьмо! Оставьте Никия. Смерть Икара – трагедия для всех нас. Дайте ему время. Итак, Айя с тобой? А, нет, я один. Я просто спросил. Спросил он. Неважно. Придешь в таверну? Идиоты. Две сотни драхм напроси. Я Баек. Айя отправила меня к Аполлодору. Я надеюсь, ты осознаешь, по какой причине мой хозяин так осторожничает. На мой вопрос ответит только он. Я передам ему твою просьбу и скажу, что ты от Айи. Жди ночи. Если он согласится, найдешь его рядом с маяком. А пока ипподром почтит память величайшего возницы. Вас ждут веселье и напитки. И, конечно же, соревнования, если угодно. С дороги!
Прочь! Стоим стеной! Тебе здесь не рады! С дороги! Эй, задержите! Я все сделаю! Небит, что за горе гложет тебя? Мы пришли, чтобы почтить память Икара. Хотели принести ему дары, чтобы его следующая жизнь была полна побед. Тише. Я тебя слушаю. Синие негодяи напали на нас. Они смеялись над нашим горем. И мой сын Галей плюнул в них. Они его убили. Мерзавцы! Потом они забрали бюст Икара и сбежали. Мой младший сын Икарий побежал в сторону берега. Он хотел догнать этих синих негодяев. Я боюсь, что его убьют, как и его брата. Мы хотели почтить героя. И из-за этого я потеряла сына. Прошу, Меджай, найди и спаси Икария. Не дай его жизни оборваться. Иди домой. Отдохни. Я найду сына и приведу к тебе. Аполлодор. Эй, ты!
Скажи, ты убийца или друг? Друг. Байк из Сивы. А, тогда помоги. Ты Минджай Ай, да? Кто-то еще выжил? Только Дамаст. Его взяли в плен. А свиток? Как же свиток? Он у Дамаста. Дамаст должен был его уничтожить. Клеопатра у тебя в долгу. Сможешь сам дойти до лекаря? Я убил Евдора. А? Я рад. Он змей, да? Если честно, Баек, ты многого не понимаешь. Если честно, лучше ответь. Сперва ты должен проявить себя. Спаси Дамаста и найди его свиток. И тогда я пойму, можно ли верить словам Майи. Где искать Дамаста? Он на пристани в бухте Канопуса. Нельзя допустить, чтобы кто-то прочел этот свиток. Меня не забыли? Зараза! Я его вижу! Я вижу врага! Я выпотрошу тебя! Подстрелю! Амон-Ра, спаси меня! Спасибо! Это было просто невыносимо! Они все мертвы!
Мрази! Они это заслужили! Выведи меня отсюда! Там поговорим! Idioti. Oran vulimi ti mihanaste in excel. Oi, tis misonos afrosinis. Я сам собирался их убить. Просто не смог выбраться из этой клетки. Меня прислала Паладор. Дай мне свиток. Что? У меня нет свитка. Ты был за него в ответе. Спрятал на корабле. Ведь он мог попасть не в те руки. Где корабль? На дне озера. Его потопили. А, понял. Я его найду. Аполлодор ждет тебя у маяка. Передам ему, чтобы встречал тебя у корабля. Ой, змейзонус афросинис. Тот самый свиток, Нек. Марсуча! Возьму на время. Эхауи, не дай не предать! Дыхамиенгау, спасенемет! Вот твой драгоценный свиток. Спасибо тебе. Похоже, ты достойный человек. Думаю, я могу тебе верить. Этот свиток для полководца Помпея. Мы пытались склонить Рим на сторону Клеопатры. Она будет благодарна за то, что ты сохранил ее секрет. Она на моей вилле, так что за мной. Не понимаю, при чем здесь Айя. Ее брат Фан сказал мне, что она одержимо ищет одного человека. Так вышло, что и у меня были причины желать ему смерти. Когда Айя нашла его, я встал на ее защиту. Спасибо. А тебе спасибо за то, что ты убил Евдора. Он был омерзительным человеком. Ты должен знать, что помимо Евдора... Я покончил с Филакитом Александрии, Геннадием. Геннадием? Я рад его смерти. Но ты подверг себя большой опасности. Филаки — сплоченная группа. Они опасны. И они придут за тобой. Пусть придут. Почему ты хотел смерти Евдора? Как ты знаешь, брат Клеопатры, Птолемей, еще юн и не сможет стать хорошим царем. Мы думаем, им манипулировал Евдор. И именно он в ответе за все беды Египта.
Пришли. Вилла перед нами. Обсудим все на вилле. Царица наслаждается высшим обществом. Я рад, что Ая вносит хотя бы талику здравого смысла в окружение Клеопатры. Твоя жена поистине удивительная женщина. Знаю. Баек, прежде чем я все тебе расскажу, Клеопатра должна одобрить тебя. Она с характером. Я дам тебе совет. Когда подойдешь, преклони перед ней колено. Говори только, если спросят. Никаких вопросов. Не груби. И пусть тебя не отвлекает праздник. У нее большая свита, весьма жадная до развлечений. Иногда даже слишком. Говори четко, спокойно и, главное, не смотри ей в глаза. Готов? Я в нетерпении. Идите ко мне, оба. Да. Она меня застукала. Ощущения просто дивные. Сюда. Да не бойся, она не злопамятна. С пчелами? Где моя трубка с опием? Я отдамся любому здесь, если он согласится быть казненным на рассвете. Так же, как Зонтидий. Между прочим, он был весьма доволен обменом. А это что за красавчик? А ты заплатишь эту цену? Моя царица, это... Ну? Благодарю, царица. Но я уже отдал свою жизнь жене. Ая, одобряю твой выбор. Идем, нам с вами многое надо обсудить. Празднуйте, друзья! Ты невежа. А, Башаран-Птах. Это Ая и Баек. Они прервали земной путь Евдора. Чудесно. Вам близки наши идеи? Мы ничего о них не знаем. Евдор состоял в Ордене Древних. Именно они стоят за моим изгнанием. Они лишили меня трона. И какое мне до них дело? У змея много голов. Эти головы и есть Орден. Змей убил моего сына. Все не так просто. О чем они говорят? Не знаю. Им что-то известно. Орден Древних хочет управлять Египтом. Птолемей их ручной пес.
У нас глаза и уши по всей стране. Но Орден все время ускользает. Против нас некие таинственные силы. К примеру, здесь, в дельте Нила, пески поглотили целые деревни. Но за всем этим злом скрыт замысел человека. И это один из Ордена Древних Скоробей. А здесь, в священном городе Гиза, все подчиняется таинственному человеку по имени Гиена. Из-за него Гиза теперь край смерти и потерь. И есть еще Мемфис. Теперь здесь все осквернено. Даже наш священный бык Апис, тот, кого называют ящерицей, обладает какой-то таинственной силой. Значит, змей — это Орден Древних? Да. Евдор был известен как Бегемот. Ты был прав, любимый. Он не последний, а один из многих. Если Ордену что-то нужно, как было в Сиве, он без сомнений сокрушит все на своем пути. Сива. Теперь Фаюм. Самый угнетаемый регион в Египте. Там правит жестокий крокодил. Люди живут в постоянном страхе. И эта судьба ждет весь Египет, если не остановить Орден. Нужно действовать и быстро. Пришло время уничтожать врагов. Мы еще не нашли того, кто убил Хему. Тень нашего сына будет плакать от счастья, когда мы покончим с ними. Теперь ты мой, Меджай Баек. Защитник истинного фараона Египта. Да будет так. Сегодня мы пьем, празднуем, любим. Завтра... Я же сказал, быстрее! Где проклятая девчонка? Ты, Неп, молод и крепок телом. Как раз то, что нужно. Тут прилетел почтовый голубь. Руя пошла за ним, но я-то ее знаю. Небось, строит глазки мастеру по оружию. Если увижу... Забудь о ней. Мне нужно письмо. Беги к голубиной башне, возьми его. В эти дни для нас важны любые вести. Да, хорошо. Я постараюсь. Хай, ты слышишь, Герех? Что-нибудь приглянулось? До встречи! Ник Энис Саджерьет. Ладно. Ну, мы с ней уджерям. Хорошо.
Бедедуг анит хает. Ник эни седжерьет. Прощай. А, добро пожаловать. Чем я могу помочь? Ладно. Был рад встрече. Нет, хайет.